15 августа по 5 сентября в Ульяновской области пройдет традиционный образовательный форум. В этом году из-за сложной эпидобстановки встал вопрос о его проведении. Решение нашли. Программу форума губернатору презентовала министр образования Наталья Семенова. В первую очередь форум пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. В качестве онлайн-площадки предложена диджитал-платформа Международного московского салона образования. Не так много регионов получили такое предложение, сколько мы являемся активными участниками. И нам видится, и нашему педсообществу, что это очень правильная платформа. Преимущество ее еще и в том, что подключиться может более 100 тысяч человек, выход на мировой уровень. И нам кажется, что было бы интересно нашим международным коллегам узнать, как развивается отрасль образования в Ульяновске. Офлайн-площадок будет две – межрегиональный центр компетенции и конференц-залы отеля «Рэдисон». В программе форума виртуальные выставки образовательных организаций, пленарные заседания и тематические секции. Главный сюрприз, который ждет участников – это выступление искусственного интеллекта. Необычный спикер расскажет о цифровизации образования. Робот будет распознавать речь, поддерживать разговор и запоминать все, о чем ему говорят. Это в качестве такой инновации, поскольку не так давно я вам докладывала, как будет выглядеть образование в будущем. И один из элементов мной был представлен именно робот как помощник учителя. И вот мы хотим попробовать это уже на нашем образовательном форуме. Цифровизация станет ключевой темой форума. Вторая тема – воспитание. К участию приглашены педагоги, общественные объединения, бизнес, научно-образовательное сообщество. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.